школе быть. Возведение школы в микрорайоне Солнечный — событие поистине долгожданное. Пятиэтажное здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров примет 1100 учеников. В администрации района состоялось подписание инвестиционного контракта на строительство учреждения. С удовольствием подписывает контракт. Уверен, что объект будет построен в установленные сроки. Легкое движение руки дано начало перспективному сотрудничеству. В результате выполнения контракта в микрорайоне Солнечный должна появиться школа. Коллеги, вы присутствуете при очень важном событии. Подписание контракта на строительство школы. Поэтому я прошу с высокой ответственностью подойти к фазе подготовки строительства и, соответственно, строительству. Объект для жителей более чем долгожданный. Речь о строительстве учреждения зашла еще более 20 лет назад. Позже в микрорайоне появился котлован. Но потом работу приостановили на многие годы. Решить наболевший вопрос и приступить к возведению объекта удалось только сейчас. Состоялись конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Подрядчиком стала компания «Стройтрест-22». Сейчас идут подготовительные работы, восстанавливают ограждение строительной площадки и подписываем документы. Строительство должно завершиться к декабрю 2019 года. У компании уже имеется опыт строительства социальных объектов в Щелковском районе. Так, «Стройтрест-22» занимался возведением школы в микрорайоне Лукино-Варино и детского сада Ванечково. По словам районного руководства, контроль за строительством столь важного для Щелкова объекта будет вестись достаточно тщательный. Главное – это сохранение сроков строительства и высокая динамика работ. Школа в Солнечном должна способствовать решению проблемы второй смены в общеобразовательных учреждениях города Щелково. Дарья Снегова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».